Думаю, многие знают такие видео, где ютубер говорит только «да» целый день своему подписчику. И честно, мне очень понравилась такая идея, я ее давно хочу снять. Но только сейчас у меня появилась возможность. Специально для этого видео я позвал своего подписчика. Всем привет. Это Бананчик, знакомьтесь. И сегодня я буду говорить ему только «да». Но есть одно «но». Нельзя просить донат, потому что у меня нет возможности. Погнали. Короче, пойди на Хики и делай любой лонгджамп. Давай. Я, конечно, таким еще не занимался, не пробовал так делать. Ну, давай. Например. Ладно, не попозже. А пока. Ё-моё, будет сложно. О, почти. О, у меня получилось. О, молодец. Я впервые это сделал. Так, вон, Бананчик, что дальше делать будем? Можешь руководить моим буквально там, я могу только да говорить в ответ. Так, спрячься на любой карте, чтобы тебя не находили 2 минуты. Так, ну тогда будь тут, я скоро вернусь. Сейчас спрячемся. Ну и по идее, где-нибудь вот тут. Так, все, можешь искать, короче. Где-то тут. А зачем ты сюда еще, чтобы уйти? Логично. Так. Саня! Ты выиграл, получается, и... Получается, да. Я был в кейвах новых. Попробуй тагнуть за один раунд всех людей в этом лобби. Так это надо, чтобы я лавы стал. Тагнутый листочек. Аномалия. Ну давай, погнали. Так, Бананчик есть? В какой-то степени себя коршуном чувствую. Ну ладно, будем считать, я всех затаглю. Челлендж ты выполнил? Ну что это Russian, здесь невозможно такое сделать. Можно, типа, заставить выйти одного человека из Russian? В принципе, можно. Вообще, найти надо сначала. Кто знает Дрим Гориллу? Люди, кто знает Дрим Гориллу? Кто из вас? Кто его фанат? Ты? Да уж, он ведь еще даже не знает, что сейчас я его заставлю выйти из сервера. Ты прям любишь его смотреть, да? Ну, редко, но... Вы хотел с ним встретиться? У меня просто есть такая возможность, у меня его дискорд есть. Давай.
Раз, два, три. Пипец, ну что это такое? Че, он ушел? Он что, реально пошел? Отлично, ну получается, у меня получилось. Че, если ты смотришь это видео, тот самый. Ты знаешь, что я сожалею о содеянном? Конечек к чему? Прости, прости. Я не хотел, у меня задание такое было. Да чтоб тебе это задание обжило и не выходило. Ну хорошо тогда, запомните вот этот ник и портите его за токсику. Сделай жесткий трюк на глайдере. Или пролети круг, очень близко на земле, вот так пролететь круг. Типа низко на земле, да? Ну типа очень. Вот там. А, вот так? Хорошо. Ну, погнали. Бананчик, смотри, смотри, смотри. Ё-моё. Ещё раз. Ну, в принципе, можно засчитать. Погнали. Чувствую, я зря сюда полез. Так, вот и так. Погнали. Вот по ломанке, собственно говоря, мне нужно бежать. Ладно, технически, наверное, я выполнил это задание. Right to sign Yoshi. Chasing the bag and I'm letting it stack. You're a tag, you know what I'm lacking. I put on the heads of reality, virtual mama key tag in the bag is collateral. Cool like a case, I'm right like I'm doing.